Сегодня у Гомеля прошла коллегия инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области. Главное питание на парадку дня – выники работы в минулом году и задачи на 2017. Бадай, самая значная проблема с наполняльностью бюджета выкликаны перебоями у работе шерогу буйных промысловых предприемств. Только от деятельности Мазырского нафтоперепрацовчего завода летость недоотрымано больше, как 130 миллионов рублей. Разом с тем, у целом мясцовые бюджеты выполнены на 101,7%. Основную долю у поступлениях на Гомельщине забеспечивает державный сектор экономики. Доля приватного – амаль 25%. Апрача подведения выников работы за минулый год на коллегии окреслены основные накерунки сёлетней деятельности. У приватности податковой инспекции плануют больше активно працовать с насельництвом у пытаниях сборов на финансирование державных расходов. Значная увага будет надаваться так само борьбе с незаконными видами деятельности. Обозначим задачи, которые стоят перед налоговой инспекцией на 2017 год, в том числе исполнение плановых назначений по 2017 году, определим конкретные мероприятия по проведению контрольной работы налоговых органов, рассмотрим вопросы контроля за незарегистрированной предпринимательской деятельностью, также уделим внимание работе с электронными сервисами.